Вот. Ну, пойдем 24 по. Хотя можно Юра взять, в принципе. Бери Зину, бери. Брат, забери мне хуёво. На. Спасибо. Меня сможешь забрать? На. Меня просто фере гоняет. Я просто ничего не могу сделать. Ты бабл нажми. Не-не-не, бабл только... Кем ты пойдешь? А кем нам, тем пойду. Ничего, выбирай, кем ты хочешь, тем иди. Мне пофиг, типа, мне тоже. Можешь сюда прям подкидать. Локом иди, блядь. Локом? Вы не будете смотреть, как я дамажу? Будем. Будем. Только Адель сказал, что будет. Больше никто не будет. Особенно если же залобишь. Так не смотрите. Ладно, так и быть, монитор выключаю, короче. Ну так все, пусть так. Я стесняюсь. Я при всем желании не увидим. У меня, допустим, рекаунт показывает с 1 по 15. Все. Бля, братья, ну заберите, это пизда. Ты я лучше... в инвизе, получается, всегда сижу. Ты бы лучше сказал с 1 по 20, блядь. С 1 по 24, блядь, рекаунт подожди. Это ужас какой-то. Можно поиграть? Спасибо. Кинул меня оттуда, куда я прибежал. Плюс пати убить. Короче, Кирюша, мне будет доп ИП, если я танков передамажу? Хотя бы один ЕП, чисто за старание. Тебе будет доп ИП, если ты передамажишь, кстати. А чё там стараться, там? Вот недалеко ушел. Ебать. Сколько я просил доп ИП, блядь. Давай так, если ты война передумаешь, я тебе косарь накину сверху. Серьезно? Блядь, Славик, да. Давай договоримся. Чего ебать? Он шутит, ребята, успокойтесь. А потом я буду говорить, блядь, залагало, да? Да. Поделим, я тебе косарь голды дам. Я понял. Походу у меня сова без перьев скоро останется. Пуш хистиком будет, нормально. Ребят, успокойтесь, это шутка, никому ничего не дадут. Есть же кошки эти египетские, вот у меня сова египетская будет, блядь. Которые лысые там? Да, да, да. Там писали облик друида, типа, и писал... Да, мне пинг что-то понял. Пиздюк этот писал, то что да, в будущем что-то запланировано. Блядь, если лысые друиды будут, это же круто будет. Египетские вот. Да, лучше нигерами, чтоб стали, да? Неграми. Знаешь, я черного сделал лысого, блядь, катана. Ой, так, короче, давайте по кубам. Блять, ну нахуй вы спулили. Ну, блять. Это пранк, это пранк. Батя, твоя печенька будет. Ваничелло, твой крестик. Рид поломись, потыкаешь. Адель трусы, и я ромбик. Так, чё, кто? Я танчу? Твой танк. Воля трусы? Так, босса танчит, получается... Сейчас я подумаю. Дермич первый, ты второй. Фонарь третий. И... Реслин на трэше. Вообще на полубах. Дермич первый, ты второй серый. И фонарь третий. Реслин на трэш. Это очередность на боссе. Заходите внутрь. Паладин ауры поставьте адекватный, пожалуйста. На огонь, тьму. Каст и броню, наверное. Причина плава.
Все, поехали. Три сальвы по Зине, пожалуйста. Какая я тебе Зина? Из магазина? Из магазина, да. А, я слышу рэп один там. Бля, я считаю, тебе вон ноги могут завидовать. У тебя каждый день новое имя, бля. Вообще пиздец. Пиздец. Причем бесплатно меняется. Я считаю, это как-то... Достойно. Достойно, да. А можно забрать меня уёбками? Я сейчас убью. Пожалуйста, фонарь. По-братски. Блять, ваши эридары орут, блядь. Это моя. Как резаные нахуй. Не говори, вообще какой-то пиздец, кринж, да? Угу. Пацаны, танки, чё за дерьмо? У нас это, обгоняют. Нажмите. Душераздирающий крик. Да бейте чертворца, блядь, там ещё живой нет. Всё нормально. Ебать, 30 секунд. Чё, Юля, давай танцевать. Где давай, ты где? Вот. Вот. Давай. В шляпке. Блядь. Ебашим. Там, кстати, пока отменили наказание за спам. Да ладно, серьезно? Да. По-моему, надолго? Обжалование, блядь. Пока не добавят другой канал, типа поиск гильдии один. Ну, как поиск путника. Ой, блядь. То есть я, когда писала об этом на форуме, они меня проигнорили. Сейчас ну, короче, решили. Короче, да, сейчас их озарил. То бишь, сейчас можно, ну, типа, как раньше в поезд гильдии там спамить на воре. И, ну, до той поры, пока не появится канал специально для поезд гильдии. Ну, как ЛФГ, только для поезд гильдии. Mm-hmm. Потому что ихняя система, их там обхейтили многие, что ихняя система говно, короче. Ну, вы поняли. День назад я писала об этом на вип-форуме. Нет, не нерфанули, его нерфили тогда и все. Больше нет. И так это повторяется, выложу уже такое. Они ввели, потом обосрались, через 3 дня убрали, так же. Да. Было такое, да. Но они клоуны на самом деле в этом плане. Блять, я без пета бью. Ебать это. Пета забил. Я думаю, что за хуйня, что-то не хватает. Готовились к кубам жевать. Кубы прожали. Быстрее кубы прожали. Ром, блядь! Все отлично. А кто ромб? Ты кому говорил? А, блять, это я долбоёб на ромбе, а я батин печеньку нажал, все, я понял нахуй. Я что-то подумал, что я себя на печеньку поставил. Я что-то стою такой, думаю, блять, мне что ли говорили? И батя, главное, стоит около. Блять, смешно получилось. Ладно, спасибо, что нажали, я долбоёб, сори. Да не, да что, блять. Это вот дебосс. Подводи босса. Таскай его сюда. Идем. По бесам поехали. Слушай, где мы его переведем сейчас, можно не стопать. Да, да. Там 20 секунд осталось. Хотя я не уверен, что успеем перевести. Не успеем мы перевести, да. Пусть разрушать. Ну, кубы прожмем и все, и срать. И переводим. Такое себе. Ну ладно, хуй с ним, давай. Приготовьтесь, чтобы нажимать. Кубы надо прожать. Кубы прожали быстрее. Все, отлично, отпускайте, к воротам все побежали. К воротам. Сейчас вот смотри на портал, с которого... Дай себе кровь, фонарь. Сейчас смотри, он исчез, все, мобов нету.
круто. Блять, я рано, наверное, забрал. Ну, по бесам сыграть. Которых тут осталось немножко. Реслин, да, что там? Короче, КДК, что видишь, сам даже там. Типа, по бесам быстрее, добили бес. Как-то Мадик стоит упорот. Фонарь танчит? Нет, Дремич. Дремич, види Мадик. Сейчас я, да. Они далеко ли? Ну, нормально, какая разница. Похуй, где он стоять будет. Главное, чтоб танков лужи зеленый не откинул. А? Нет, не. Там нельзя посадиться. Я думаю, не надо. Ну, попробуй, ну, мне кажется, ты сейчас, блядь, вон Катя уйди. Не, нельзя, пока как посадиться. Я знаю, что нельзя, типа, поэтому говорю. Лучше пнул там. Ну все, ясно. Убить? Пизда, ты меня убил. Звездопадом своим ёбаным, блядь. Точнее, пол рейда, блядь. Это резать кого? Давай. Акуму резать. Короче, Акума, это мой шанс. Алло, спасибо. Алло. Алло. Че, резать его? По лбу не дало. Не надо никого резать. Видите так. Ты хуй вас знаю, сейчас как в лужу зайдете. А хотя похуй, дай Void BR по мне. И этот. Может, по Акуме? Серый по Акуме, Акума даже по Ванишели. Это то Тугут, блять, ну ты понял, короче. Лок там во втором пати. Вышел из формы резнуть, и мне печать дало сразу же, блять, посреди дона. Это жестко. Это тебе намек, нахуй, чтобы ты не выебывался там сильно. Хули он спамит эту залупу? Это он бил. Ну вот это тебе казалось, что я слаб, блядь. В принципе, мы и ВК успеваем. Ну не, ВК нахуй, пизду, я уже заебался, что-то я устал, нахуй. Тихрень. Для разминки по вайпам все на груле можно дать. Сплюнь. Мы не знаем, что такое вайп. Как безжалостный гильдий ушел, мы больше не вайпаемся на груле. Не заметили? Не, был чуть-чуть, но так, но в процентном соотношении почти нихуя. Блять, я лут забыл поставить. Ну почему я ответственного ставил? А, на эдике был, я тогда переставил на этом и забыл поставить. Блять. Сумку роль. Да. Че, R1, косарь гони. Два давай, раз я R1. Видишь, чародейница, например, месяца. Ебать, жестко. Бать, я чисто понюхал нахуй. Блять, 97 рид, да. А нет, 99 кто-то кинул. Сто! Ну, Шепса стал. А, у Шепса стал. На Войда рулил. Он на Войда рулил, давай Войду. Он уже улетел. Восла две яшмы ГЦ, блядь. А, спасибо. Каминоч. Чё, там Жезл упал, что ли? Не знал, что там с вами потом, Шепс. Каким... А, он писал, что там что-то, блядь, короче, он зайдет, тебе отпишет. Он снайпер, он этих хохлов сейчас стреляет. Понял. Я шучу. Извините. Но он реально снайпер. Я гружусь, не вижу, что пишете. Так, насчет давайте политику не поднимать, даже шутками, ну типа кому-то может обидно быть и неприятно, чтоб не расшагать всякую хуйню. То, что, конечно, происходит, это да, полная хуйня. Но лучше давайте на тему не разговаривать, только если отдельно там. Не во время РТ. Кирюша, тебе привет, очень старые люди. Локиус. Локиус? Что за хер? Что-то знакомое, блядь.
Ебать, даже забыли человека уже просто, ну я понял. Да не, я уже забыл, блядь. Ты реально знакомый, что-то Локиус. Прям очень знакомый. Да? Да, на X2 он точно. А, я походу понял, кто это. Походу. Это почти как Star Wars легенда, блядь. Был такой чел на серый, помнишь? Ну, вообще-то он с нами здесь играл на четвертом так-то. Ну ладно, тоже. Кто? Локиус. Ебать, Акита нахуй потерял меня, блядь. В гору меня врезал, и я... Когда он играл с нами? Он играл с нами на 4. На ком он играл? На Оке. Чернокнижник Локиус. Да был у нас Локиус там. Я... Что-то я забыл. Он ушел работать и все. Бейте пока трещай, блин. Ну вот сейчас 3 ебала будем бить в танках, тогда их его одного. Да, идем, изи же. Че уж. Ой, а ты где? Ты что-то потерялся? Я лечу. Хотя там они фирают, не, они страшные. А кто там был, блядь, чивау или войс, я что-то забыл. Там в рейде, блядь, по-моему, 6 человек, нахуй, у которых есть права на снятие ИП, блядь. Действуйте, ебаный, вручаю, приду. Ай. Можно я снять Аделю 5к? Да? Спасибо. Мне пятерку подняли, нас тут 5 человек. Я вообще охуел, когда вы ролить стали кожаные запы, нахуй. Просто, ну ебать. Неужели нельзя было себе отдать? Спасибо, Чи. Так в смысле, там агильные запы были? Не агильные, там были еще СПДшные критхаст. Такая же нелема. Там были ботинки, запы и... И что еще? И еще запы, да. Рит, я недоволен. Где Тремор? Еще до выхода РС-ки Кирилл говорил, что типа, тканевые уйдут тканевым, блядь, а остальные типа это совом и лемом. Это нихуя неправильно на самом деле. Не, а почему? Тканевые... Это примерно половина, да. Нихуя, типа тканевый запах, вот я про Хэм говорю, там красный сакет, они куда лучше, чем кожаные. Не, ну ты про хаемовские говоришь. Ну, да. Мы сейчас заговорим про обычные. А здесь разве не так же сокеты? А тут, по-моему, нет сокета вообще у них. Есть. Разве? Есть один. Просто есть. По-моему, точно такой же. Без сокета они бы нахуй никому не нужны были. Ну да. Ну там, наверное, там же статы вроде чуть-чуть отличаются, да? Чего-то больше, чего-то меньше. Смотри, или... Это ошибленный кусок. Кожа желтый, тканевый. Я хуй с ним с Элемом. Хуй с ним с Элемом, пускай, блядь, но палы, блядь, это пиздец. Да не, а ты хочешь сказать, коли палом оно не заходит? Да, пускай заходит сколько влезет, но почему у меня 245-й, у вас 264-й есть БЕшная, блядь. Ну у него ебать больше, вот он и забрал. Сука. А, слышите, я вам пример привожу, смотри. Ущемленные классы, блядь, это как вот Ферал Рога, нахуй, носят кожу, а Вар то же самое у них забирает, но он может и кольчугу такую же носить, типа пояс, да, РПБ там. Это долбоёб тут. Ну, в смысле, блядь, нет, Варм уже для крита. Там, и латы, типа, и кожу, и кольчугу. Просто лучше ничего нету, только в таком случае можно это говно носить. Не-не-не, там на фуре, ты ошибаешься, там на фуре как кожаные идут, как шмоток в бисе. Не, кожаные, да, я про кольчугу говорю. А, это вообще пиздец. Почему? Кольчуга шла на варов, блядь, потому что когда был контент ИК и ВК, нахуй, альтернатив, блядь, силовых и кожаных не было. Поэтому кольчуга собиралась. В целка контенте кольчугу уже в варе не носит. Это две разные вещи. Ну, типа. Ну, а насчет, я так понял, вы поднимали запу насчет тканевых и кожаных, но типа это более справедливее, потом уже можно будет лутануть тем же шаманом там и так далее, ради этого сокета. Сокет это не такая потеря, когда, допустим, у кого-то РДДшника там, блядь, стоят 264-е на схема, допустим, 284-е, это большой прирост. Ну не то, что большой, но он получше намного, чем этот сраный сокет. И это более справедливо. Это хуйня, Кирилл. Сейчас же этот, Арислин тоже забрал кожу у Роги. Хуй его знает, где справедливость. Непонятно.
Ну, Ретрик может носить типа отдельные запуски или хаос. Они ему ну, там. Да, Серега, потанчишь Киглера и короля. Этот фонарь заберешь Олма и Дармич крестики полумис. Вообще на полума. Хоть тут ДД-то делают. О, говорят, того бью. Да, no. Стоите, ДД в печеньке. Когда крош открывается, живую бомбу главное уносить, остальное похуй. Рид, ты готов? Никто не бьет сначала, напоминаю. Рид. Написал, что это идет или что? Просто, конечно. Ладно, блять. Приспот все равно здесь пить не надо. Не бьет никто, еще раз повторяю, даже если кто-то откроет. Ждем. Живую бомбу уносите, главное. Читок сбить надо. На рит, походу, вообще вылетел. Потом из дискорда только что вышел, да. Каст, дермич. Блять, напит уже еще кидает, что хуйня. Этот Барбарос. Сука. Что это Барбарос? А кто еще вылетел? Ну, я тут стою. Надеюсь, просили. Поехали по крошу. На элит вылетел. Понял. Дармич, да, 6 баунд и мана огонь нажмете. Максимальный прохил. Прохил. Ой, да и на. Стопнули по крошу. По киллеру поехали. Прохил чего? Заберите ума. Зовер хиль пока глюди по регельману об собак. Пока киллер открыт, там особо хилить не надо. Ёбаный, блять, шип нахуй не вовремя. Когда он вовремя бывает? Все, стопнули по киглеру, стопнули, не бьем, не бьем, не бьем, не бьем. Слепоглаз открылся, по слепоглазу поехал. Дармича сложил. Падайте. Диван дайте пока. Спекайся, фила, в пизду нахуй. На этого босса. Проще будет. Чё там, Дега просто вылетел? А, ну да, вы-то в 3 были. Да, это залупа, конечно. Да не выходите, ребят, с инста, блядь. Ну, умрите, так быстрее будет, нахуй, чем вы, блядь, повыходите полчаса, эта хуйня и выйдется будет. Диван бы дали, блядь, массорез и всё. Дали, 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 дали. 2 дивана, 3 дивана. Все, давайте массорез. Поразбегались, хуй пойми, по всему инсту, блядь. Мы, кстати, все равно бы подохли, у нас 2 диспелла только, я и Беба. Почему? А, Войд? И Войд еще. А вот сюда. Сейчас еще рид будет. Не, типа мы вдвоем втроем диспелим. Да хотела бы там. Ну, поставьте джерса кто-нибудь около печеньки. Давайте, ребят, заходим быстрее. Если вас выкинуло... Странно, меня просто выкинуло и не подсоединяет. Потому что вы, блядь, раньше времени, блядь, до Ивайда зашли. Нет, я не вставал, у меня дисконнектило серво вообще. Была не так же выкинуло, что мы босса убили и меня моментально выкинуло.
Бля, утомительно нахуй три рейда. Четыре. А мы в одном 4 часа, а то и больше. Да, ну, я магик груз. Марафон. Ты еще не зашел, Андрей? Да, ну, на самом деле, ну, типа, можно было бы и ВК еще закрыть нахуй. Тебя и еще не выкинул. Реально утомительно. Тут я с тобой согласен. Вондер, блядь, иди на фарм, но мной, блядь, Димой будет сейчас. Я не могу ничего делать, я ничего не могу сделать, Кирилл. Это какой-то DDoS-атака от этого, в натуре черепа, походу. Синкай, получается, там? Я не знаю, ничего не могу сделать, меня не подключают. О, подожди, о, есть. Ты ж сам умеешь DDoS-ить, нахуй, падла. Я помню, ты меня, блядь, задосил на арене, меня 3 боя подряд залагало, нахуй, и на 3-й выкинул, в общем. Меня сейчас дисконнектать может. Скажи, помойка. Это в натуре череп, нахуй. Это пошел, как его, блядь. Снайпить, блядь. Сука, в натуре череп, блядь. Блядь, я такого еще не видел. В начале сезона снайпить, это пиздец, блядь. Умер один сезон. Нет, не все заебись. Как хотелось бы. Где рыба? В печеньке стоит. Давайте бафайте быстрее все тут уже. Там Андрей. Да, у меня, блин, у меня дисконнекты так будет. Ну бейте этого без меня, я не знаю, что делать. Тебя выкину, попробуй зайти. Да ладно. Сука. Андрей, блядь, все просто нахуй. Все почему, блядь? Потому что ты, блядь, Синкая не любишь, нахуй. Он тебя, блядь, дисконнектит. Он такой. А есть за что любить? Тебе бонусяки вообще-то дал. Ебать, у тебя эрдру, конечно. Да, у меня, да, блядь. Понял. Да, там бисовый эрдру уже, Эдика, почти. Там не хватает, наверное, одной дешмот. Он есть бисовый. Только наручи. Ну, вроде все заебись. Наручи. Мне не нужны эти наручи с обычными. Ну, типа, мне нихуя не надо. Я даже чешку, наверное, забирать не буду. Глюс, инжуру, Мирая. Чешка топ. Цинжура. Пизду, не будем его ждать, нахуй, чё, даю пуля. А, пришел. Не бьет никто. Сразу. Подождем. Я метки не поставил, похуй. Слепоглаз открылся. На пул дайте эндермеча. Бланш. А, этот... Юля, тебе задание персональное. Какое? Тамбу кидаешь. Ну, вот. Это КС, короче, красноязычный. Кого? Ну, на всех, кто открывается, по КД кидаешь, все, поехали. Хуи. На боссов. Да ладно, Юля, что дымаешь? Да я кидаю, я все равно не дамажу, только не проебать. Главное на локи не проебать, на остальных ничего страшного, если ты проебешься. А еще бы знать, кто из них лок, похуй. Всем кидаю. Лок это он. Ты сказал тамбу? Это же курса называется. Это одно и то же, почти. Ну, я вспомнил, кстати, тамбу, блядь, что называют это. Или тангус, подожди, как там правильно? Тангус или тамба тангус. Вроде называется? Вот это, тангус, значит. Покрошу, поехали. Похуй, да, Барбарос, и Барбарос, там. Батя, нажми раскол. Что это такое? Тамба? Нет, это просто, мне просто Андрей, блядь, тамбу напомнил Господи. Сегодня. Сбейте кас слепоглазу, кас, сука, ну кас, кто-нибудь. Да, вон, блядь. Он хильнул, слово. Он себя хильнул, блядь, он нихуя не хилил. Киглера вроде. Он всех хилит. Так, он всех хилит. И собак тоже. Каст, у него этот, блядь, дай сальву мне, пожалуйста, Глю. Глю, прям срочно сальву, вот прям пиздец как срочно. Дай, есть баунт и манагонь нажмите. Все, в пизду, я стопаю, больше не бью. Стоп, но не бьем прохил. Ом открылся, дали Геру фулл ДПС полный.
Вот тут главное с кресом не проебаться. Я скажу, когда обновить, если что. Чем его, может, убьем? Давай, Кэс, полок. Сука, не хватило чуть. Стопнуть полок. Киллера, поехали. Держать на нем эту тамбу, камбу, блядь. Да, да, ладно. Юля на локе, это очень забавно. Камбу держи, главное. Да, блядь, ну он пидорас ебаный, я только шипа одного вышел, второй словил. Чейнит. Кикнуть не надо? Камбу? Да хуй знает. Юля, просто хулилайт прокастуй и нормально все. Или пинанс, не знаю, как тебе там лучше. Юля, камбу, фаталити в конце нажми. Стопнули по киберу, не пьем, стопнули. Типа глаза поехали, надо его добить. Бейте ебаного Олма, я с него глаз не спускаю. Так Олма не надо уже, он закрыт, там ничего не надо вешать, похуй. Нет, то есть я просто так стою эту хуету обновляю? Ты серьезно? Так он когда открыть, надо там был вешать, больше не надо. Так она спросила. Юля, это был... Юля, это был рофл, если что. А, пизду вас. Да ладно, ну не расстраивайся. Все хорошо, все хорошо. Сейчас три печеньки тебе дадим. Ивант. Платно. Там модель слишком вам дорого будет. Смотри, пристав хочет удалить. Киглер открылся, по Киглеру поехал. Тоже его добить можно. Да, блядь, опять овечка. Да он заебал, нахуй. Почему про мне, нахуй? Все не надо. Тебя контролить надо, еще разъебешь. Крош. Есть гимн, что-то? Да. Крош открылся, по крошу поехали. Похуй на бомбу, пускай хилит, нахуй. Ебашься, надо его добить. Не теряйте ДПС. Блин, это там бредяга. Там экзекутка как раз еще будет. Шо не так с тотемом? Нет, он сразу дал. Я его видел, каз гимн, сразу же даю. Так он же долго стоит. Это была тамба, нахуй. Юля, можешь КС по кораблю? Там этот, милики, аппаратно, там сейчас фарблаз будет.
смотри, он ебошит нахуй, плюхает меня. Я больше не ведусь на вашу хуйню. Если бы я сейчас не кидала эту залупу, я была бы R1, понятно? Сори. Да мы все и так понимаем. Я дала вам шанс. Ладно, чё мы обижаем? Истерию, пожалуйста, дерьмичка. Чародейницы, давай. Блять, чародейницы в рекаунте, пиздец, сколько много. Пета нету, блять. Что тут? Петы дохнут. Да. Да. От фаербластов умирает. От хорошего снова умирает. Ну и от олма, когда взрывает. И от камбы. Ну, чело не упало. Прикольно, блять. Чё ты, Войд, видел там, помимо всего Бах. Прочего, помимо агро, мишки еще надо было отходить, миники. Чё сделали? Лунного огня, 4. Х3 дадут агро от лунного огня, Т4. Не, я не видел. Он же редко прокает. Там же ваничелло скинул. Нормально он там прокает. Не, в смысле, от волшебного, волшебный огонь, я не скажу. А, волшебный? Волшебный огонь? Да, они с Т4 трогать не будут, просто волшебный огонь был. Ну, неплохо. Там же написано Т4 вроде было, нет? Нет, это они там написано, что они нет, типа, ну, не считают Т4 медведя каким-то неиграбельным. И что они его трогать не будут, просто апнуть, типа, волшебный огонь. Да они долбоебы. Наоборот, там все нормально. Да я бы там ШВ бы еще. Да нормально. Да нормально там медведь. ШВ на рейд, ну представь. Не, ну так ШВ ты охуел. Ну, типа, какой смысл тогда других танков быть? Нахуй пусть идут эти другие танки. Не понял. Ну, кроме фонаря, блядь. Так бы сразу. Фонарь хоть жопу идёт. Понял. Блядь, опять там это, колени давно не болели у кого? Акума, я слышал. Что такое? Ты зачем это обзываешься? Не слышал, кто обзывается, тот сам так называется, Тура. Да нет, луны, смотри. Слышишь, ты, Акума, ошибаешься. Именно лунный огонь Т4. И, да, имеет трехкратный множитель угрозы. От 4 Т4. Лунный огонь. Вот это вот. А прокает. Слушай, ну я не знаю, но это опять же на пачках, блядь. Редко прокает. Пачки на 6. Ты гонишь, что ли? Блядь. Сколько он у меня сейчас прокнул на босс? Ладно, я 2 босса бил. 172 тысячи. Прокнул 174 раза, блядь. Ну, хуй знает. Ну хуй знает. Ну ладно, делим на 2, да? Я считаю, я одного купил, если. Пусть там, хуй его знает. 85, пусть, допустим. Да что-то какую-то парашу на рейд бы добавили, блядь. У ДК до хуя бонусов, блядь. Вара только шевая, блядь. Упала вообще там, блядь. Ёпки, иди сюда быстрее. Да никогда они медведю не добавят на рейд никакой. Быстрее? Хотя бы вот чтобы эту дубовую прожимал, хотя бы 10% на рейд снижалось, нахуй. Хотя бы приятнее было бы. Подожди, там в Т6 что-то, да, добавить должен. За что? Да, ты прав, лунный огонь, Т4, трехкратный. Я просто тему видел, что там про волшебный огонь тоже самое писали, что там его баф. Ты отменил? Не знаю, я по КД его юзаю в привычку. А моб сажился, алло. Блять, ебать его вагоны нахуй. Алкансел, ты там чешки есть? Раны сняли. Там некому встать. Снимай, блять, давай. Нолканфил, ну подойди ближе, ты ж, блять, не заденешь. Ладно, похуй, резай, все, Бентли тут резал, Нолканфил там. Будет непонятно статься, жми его. Так, под ебалом она стоит. Че я поставлю людей? One second. Ну, я обставлю совет. Фонарь закрывай руки, короче. П
ты один будешь. Ну иди, постой в сове. Подъебалом. Лестницы только алло, ебас. Вместе с White Fury. На пару. Первая, вторая пати подъебал, чисто. Ты не успел швепс. По эридарам только. Я в соте. А можно меня так тоже... запомнили, кто где стоит? Я второй пати просто эридара хочу закинуть на. Первая, вторая пати, вы стоите под ебалом, посмотри сейчас все. Ой, ты, короче, стоишь под ебалом, я закидываю туда просто Юлю, чтобы она рядом, короче, ты понял. А где Басам? Он же не радар теперь. Ну, теперь Зандаларм, со вчерашнего дня, вроде. Все, поехали, трэш. Звезду первый. Фонарь. Трэш наглится, да, когда босс? Фонарь игро, фонарь, фонарь. Шо, я это... хаваю. Фонарь игро, фонарь. Ты что делаешь? Диспел? Дамаг, дамаг и хил. Педаль на медаль получается. Ну нахуя? А там не диспелили. Давай. Подойдите под ебало, подойдите под ебало. Вон туда в печеньку поставьте его, в печеньку туда в быстрее. Добейте, пожалуйста, звезду. Первая, вторая пати. Под Геры его ёбнем, под Геры может ёбнем. Да, дайте Гер. Да, дайте Гер. Трэш добиваем. Руки будут. Надо руки закрыть. Руки РДД закрой. Руки справа там под боссом, блять. Ты что меня убило? А, меня громило убило. Заберите громилу, танки, пожалуйста, кто-нибудь. Ой, дай респа мне. Он 87 работает. Громилу добейте быстрее. Сейчас после ошеломляющего подводи туда к печке, в ту сторону. Все, подводи к печке, в сторону печки веди. И первая, вторая пати двигайтесь туда. Руки. Угу. Все, Дермич, ты тогда руки закрывай. Уж, блядь, сложила нахуй. Надо было скрудовать. Падайте, дайте диван. По тому, кто резать может. Уйдите сейчас в центр. Ну встаньте вы в одну сторону, ребят. Ну нахуя вы по всей, блядь, платформе разбегаетесь? Ну выберите, блядь, вон там, где в кресте, где он босс обычно танчится. Ну, блядь, умрите там. Потом уже вас, блядь, бегать, резать по всей этой платформе. Я не понимаю, что у вас за, блядь, привычка такая тупая, нахуй. Вставайте, те, кто далеко. Юля сагрила, да? Дарит, конечно. Всегда Юля. Нам было сокру дать под следующий ошеломляющий. Там стаков дохуя было. Было бы нормально. По идее. Будь здорова, Ринда. Будь здорова. Откуда ты узнал, что я это? Я не эксперт, но когда ты резаешь людей, которые могут резать, идет процесс быстрее. Да, по-любому. Кринги. Каких-то там, блядь, всяких это, ДКшников, уров, это, всяких локов. Нахуёво. 3 года будем ждать. Вой, там Настя тебя купила, блядь, скелета, короче, нахуй. Он ещё говорит, классно танцует, блядь. Какого скелета ещё?
Ну, скелета, блядь. Нежить, в смысле? Облик, облик, скелет. А, Годель-модель, что ли? Не. Ну, увидите потом. Не, она, это, за долларовскую тут игрушку, блядь. Как это? Скрин студию, Настя. Да я бы хотел. Она уже скинула, наверное. Выше чуть горкните в чатике. Я бы хотел, чтобы у меня сова нежить была. Ну, ну да это выглядит, и ты войд. Где вот этот негр, что ли, ебать? Не, вверху там скелетик сам. О, вот это вот моделька четкая, которая фиолетовая. Прикольно. Ты последний перед дворфом. И вот. Не, вагон, ты где? Из-за угла на арене будешь выбегать, испугаешься, блядь. Я руки ловлю. И ноги. Да, ты руки ловишь. Мой звездный шанс упущен. Давай терщину тоже. Там в кресте, как обычно, тусуйте. Первый, второй патч. Хандель? Все, что, каску дайте по вару. На тебе есть каску, все, что, дай. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Ну какого хуя, ну ребята, ну почему, блять, вы не можете под ебало подойти? Вам всем минусануть сзади. Или что, нахуй? Будьте сзади, помогите. Уже все. Хорошо, блять, начнем все заново, нахуй. Увижу хоть одного человека с первой, второй пати, блять, за спиной, нахуй. Въебу сразу, нахуй, по 5000, нахуй. Если вы, блять, уебки не можете подойти под лицо, нахуй. Эх. Стоите, нахуй, блять, хуярите, блять, одноручкой, нахуй. Кулаками мне похуй, блять. На ваш ДПС, нахуй. Если вы, блядь, не можете нормально, нахуй. Заебали, блядь, сидеть вайпаться сейчас еще из-за этого, нахуй. Что вы уёбки не можете подойти под ебало, нахуй. Точнее, уёбок, или там 9 стаков было, какой-то один, нахуй. Ну, мне показывает, там было, это, 10, потом... А. Я запутался, блядь. Там было 9, нахуй. Там было сначала 10, нахуй, а потом 19, нахуй. Итого, блядь, минус 1, блядь. От второго шламляешь. Вставайте, сейчас локо ресну и это. Ой, это ты под ебалом стоишь? Да. Вон я в кресте лежу, сдохший. Ребята, не лежите, вставайте, мы быстрее вас присумоним. Чего вы тут валяетесь? Проще под ебалом стоять нормально, ДПСеры хуевы нахуй. Не надо Юля Пета вызывать, потому что ты сейчас тебе суманут, и твой Пет побежит трэшагой. Спасибо. Может, пофиксили эту хуйню, но раньше так было. Мать, это то же самое. Блять. Раньше была такая хуйня. Не знаю, как сейчас. Но раньше такая хуйня была с этим китом. Что она, блядь, бежала нахуй. Это как в Ульде еще помню, когда актуально было. Тот же портал заходишь, нахуй, Пет бежит, блядь. По всему инсту за тобой, нахуй. Куда ты пошнулся? Через текстуру, через всю хуйню. Или обмигает, хуй пойми. Как это правильно работало?
На пыл один всего лишь. Два. А, ну хант. Хант, конечно, это такой себе на пыл. Рыбу ставлю хавать. Дермич, ты суманешься там? Я тебя уже два раза суманю. Он пишет, истерия готова. Нету сумма, пишет. Ну как нету, блять, тебе два раза сумали. Тыхните. Призыв начали, ждите ответа. Релогайся. Ему сумма. Ну релогайся, нажми выйти. Он заходил в этот винст. Загрузка экрана была, поэтому нет. Выйди и зайди ты. Тебя уже не суманы. Тебя забагался суман. И нахуя вы сказали, что мы без вайпа ходим, блядь? Сейчас попробуем тыкнить. Призыв начал. Дермич, пожалуйста, не релогат. Выйди, пожалуйста, с игрового мира, блядь. Нажми escape, и там, блядь, есть выход из мира, нахуй. Зайди, пожалуйста, блядь. Прикинь, комп прибутнуть интернетом, нахуй. Релат. Матрица перезагрузка. Юлия, я тебе поцелуйчик посмотрю. Ебаный ты в рот, это пиздец, блядь. Что ты там не вой? Куда ты меня поцеловал? Куда-нибудь. Ой. Да какой, нахуй заеб, блядь? Мы вайпаемся от того, что нахуй ебаные существа, нахуй, которых я назначил, блядь. Не знаю конкретно какой, блядь. Уёбок нахуй, не подошел под ебало нахуй. Из-за этого просто вайп, блять. Ни из-за чего больше. Аллилуйя. Рыбу хавай. Фул баф подыкадайте. Вообще по всем. Арчина клуба. Алконфил. Алконфил. Швепс. Похуй. Чё он дым? Да, нет, ран. Давай, давайте, давайте, похуй. Штуки закрыли. Батя, жми раскол. Ёбаный рот, нахуй. Помогите руки. Вот что это было? Ну, в чем проблема? А, так там кровочерви еще ж, наверное, точно. Еще ж кровочерви. А демона спекнул? Лучше. Нет, вроде нету кровочерви. Я говорю, демона спекнули назад, нет? Неправда. Да, при чем здесь демона? Ну, после, смысле, демона умирают от адского удара. Это хуйня. Отшеломляющего умирает ебаные кровочерви, блядь. Не знаю, у кого там, у тебя, либо у Никиты, нахуй. Ну, у кого нету, ну, и вот эта хуйня происходит. Кровать, бля, надо быстрее диван тебе снимать. Конечно, что ли? Сами кровочерви есть. По крайней мере, в Вороне. У кого? У Басама есть, у Басама. А, ну да, есть. ГЦ, блядь. Не заметил.
Я не знаю, как это работает. Почему нельзя, сука, сделать на игрока только, блядь? Типа умирает червяк, 20 драги. Ладно, короче, все в пизду. Я это ласпул делаю, идите нахуй просто. Ебалый в рот. Значит, не будем убивать груля, нахуй. Я ебал сидеть тут, нахуй, вайпаться из-за вас уебов, нахуй. В этой хуйне ебаной, которая мне вообще, которая нахуй не нужна вообще, нахуй. Я не считаю вообще за рейд. Не хотите токены, нахуй? Будете, блядь, в магазине их покупать, нахуй. Сами найдете, раз вы, блядь, не можете сообразить супер простого босса, блядь. 5, 4, 3, 2, 1. Помните, руки справа. Рид пошел. Смотрите сами, как только видите, блядь, стураги, ходите за спину, блядь. Мало ли. Справа, руки справа. А, я не успею. Рид, сам встань, пожалуйста. Дай БР по зоверу, где он. Я зоверу дал. Прибавните. Шаманы справа, метеоры бежали, бежали. Тучку, тучку. Помогите сзади руки. Тучку. За руки. Руки закрыли быстрее. Нормально. Ой, дай БР, он там в центре лежит. Сейчас. После этого шаломляющего уходите за спину. Ушли за спину. Дай зубы под ремечу. Под шаломляющего. Руки сзади помогите. Руки. Бентли. Бентли, отлично. Блять, надо на максимально раньше стыть. Прохильте. Алло. Прохильте, боб дали даже. Да толку там магический урон. Татацкого магический. Он заканчивается. Он уже закончился пути. Боб тебе дали этот каменей. Все равно прошел урон. Чтоб дыма вспал. Нормально слева руки. Справа метеор, швемся. Руки сзади, фонарь вижу. Я еще злой. Руки. Нормально, бланк что-то. Я вижу, после шеломляющего уйдет сюда спину. После его за спину уходите. За спину ушли. МА на огонь дадите по датский удар. Дермич сейчас избаун дашь. Жми избаун. По
подъебало, вернулись быстрее. Подъебало. Речь. Помогите руки сзади. Руки? Да, не успевал бы. Печка там. Кстати, окаменение, оно дамажит еще союзников, кто рядом находится. Маунта сразу ролит. Минус одна шмотка из маунта. Ну, там он чел, где во флика, по-моему, спекнулся. Полза сразу. Гатца, дермич. Да, я вижу по твоей ротации стрелы тьмы. Ну, взрыв стрелы тьмы особенно. Именно, блядь. Так. Токенс. Я понял, сразу дам за. Кому-то вам ничего не надо, можете идти. Это 18, ты охуеть. Рит или Акуба, посибайте, я курить хочу, плиз. Я сниму, иди.